Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и как вы думаете, зачем мне в руке топор? Ладно, все, шучу, ребятки, на самом деле топор у меня в руках не просто так. Дело в том, что сегодня я отправляюсь в лес, но не за дровами, ну, отчасти за дровами. Дело в том, что мне нужна береза, да, ребятки, как бы странно это ни звучало. Мне нужна береза, потому что я хочу заменить себе полностью стены. Я хочу, чтобы они были красивые, светлые такие, светленькие, вообще суперские. Привет. Ну ладно, не хочешь разговаривать, не надо, пока. Ну так вот, ребятки, поэтому прямо сейчас я собираюсь в лес и отправляюсь туда. Так, заходим в мой любимый красивейший дом, мою деревенскую кузницу, берем с собой меч, на всякий случай, вот думаю, брать ли с собой кирку. Ребятки, на самом деле я на всякий случай лучше возьму. Вдруг я провалюсь в какую-то шахту и меня завалят сверху камнем. Не-не-не, лучше с собой на всякий случай все взять. И также в целях безопасности мы возьмем с собой шапочку. Так, ну вроде я все взял, так, дом вроде в порядке, все мы закрыли, все стоит, окна тоже закрыты. И можем отправляться. В лесу я, наверное, ребятки, проведу долгое количество времени. Может быть, часа 4, может быть, 5, может быть, 6. Ох, сегодня я, конечно, устану. Ладно, я побежал за березой. Так, все, обещаю себе, что это будет последнее дерево, потому что, ну, смотрите, сколько, ребят, я уже нарубил. Реально полным-полно, можно даже еще один дом построить, можно гигантский дом построить. Ну, я думаю, это все, хватит. Все, если остатки останут, продам. Так, а теперь как мне вернуться домой? По сути, в ту сторону мне надо бежать. Надеюсь, что, ребятки, я не заблудился, потому что это будет, ну, что, тем более печально. Я так старался, так это все собирал, вот эту вот березку, ребятки. Интересно, а если я ее перекрафчу? Я все равно буду перекрафчивать. Давайте посмотрим, сколько у меня будет и... Слушайте, мощно. Слушайте, очень мощно. Вот это вот я, конечно, сходил нормально. Вот теперь я себя не жалею, ребятки. Теперь действительно был у нас продуктивный день. И я, наконец-таки, могу возвращаться домой. Господи, эта листва меня бесит. Не пройти, не протиснуться. Опа, что это такое? Что за фигня? Не понял. Ребят, там какая-то фигня у меня непонятная. Минуточку. Здорово, жители. Я вернулся, давно не... Давно не виделись. Так, погодите, ребят, у меня, видимо, какой-то баг, надо перезайти в игру. Так, ребятки, все, заново запустился Майнкрафт, и что-то у меня какой-то баг с чанками был. Я не понял, а что за фигня, ребят? А где мой дом, погодите! А это что это за фигня огромная? Это... Стоп! Ребят, вам тоже это кое-что напоминает? Присмотритесь! Это же мой дом, но только гигантский! Что? 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 Я не понимаю, как это вообще произошло, ребят? Смотрите, реально моя деревенская кузница, а почему она такая гигантская, я не понимаю? Реально огромная! А кто это сделал? Погодите, а что в окнах? В окнах что-то видно? Блин, ребят, все, не, надо зайти внутрь дома. Я не понял, это что за фигня? Может, у жителей поспрашивать, кто что знает? Я отошел, наверное, ну, на сколько? На часов 5,5 я отошел, рубил деревья, ребятки, и вернулся, и вот это вот гигантская кузница, реально, смотрите. Почему мой дом увеличился, я не понимаю. Офигеть, ребятки, в миллионы раз. Смотрите, кровать моя увеличилась. Тут еще какой-то паркур. Там дверь. Что происходит? О, один только сундук не увеличился и... А где предметы мои? Стоп, а это что за книга? Погодите. Привет, Компот. Это мы, жители гиганты. Посмотрели мы твое видео. За то, что ты проник в нашу деревню великанов, мы решили пошутить над тобой, увеличили твою кузницу в 1-0-0-0-0-0-0-0-0 раз. Удачи. Это вообще не смешно! Жители-гиганты, вы меня слышите? Это что за абсурд? А ну, возвращайте мне дом, как было, это бред! Окей, я понял. Я, кажется, ребятки, понял. Я понял. Мне просто мстят. Кто не понимает, о чем я говорю, в общем-то, ребятки, недавно у меня на канале выходил такой ролик, который называется «Я превратился в жителя-гиганта и проник на эту деревню великанов». И там, чтобы проникнуть в деревню... Опа, тут какая-то лестница, давайте поднимемся. И там, короче, чтобы проникнуть в деревню, мне пришлось обмануть одного из жителей-гигантов, чтобы проникнуть в деревню, ребятки, видимо, они теперь мне мстят и таким образом увеличили мне кузницу. Кстати, если вы не смотрели тот ролик, обязательно посмотрите, ребятки, он очень крутой и интересный. Ребята, это реально какой-то паркур. Прям как в том ролике, помните? Ну вот про этих жителей-гигантов. Там тоже у них в некоторых домах, ребятки, был паркур. Только вот вопрос, зачем он там и... Смотрите, ребята, этот паркур ведет к вон той двери. И там нужно ключ ставить. Ух, ребят, даже не знаю теперь, что делать. Хоть в полицию звоню. О, алмазик, ребятки, это отлично. О, ключ. Погодите, а вот и ключ от той двери, ребятки. Кажется, я двигаюсь в правильном направлении. Я надеюсь, это не какая-нибудь троллинг-ловушка. Я все делаю правильно, и все у меня в дальнейшем, ребятки, будет хорошо. И моя кузница нас станет маленькой такой, какой она мне нужна, ребятки. Так, аккуратно, сюда.
Ой, ё-моё, я там вижу уже негатив, ребятки. Ну, давайте зайдем. Пошли вон! Вы чё, вы меня сейчас вы это грохнете? Мало хп, мало хп. Не-не-не-не-не-не-не-не. Давайте, ребят, застроимся быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее. Все, тихо-тихо-тихо. О, алмазы. Алмазы, вот это вот приятненько. Алмазы, это, ребятки, всегда приятненько. Алмазы, это я люблю. Так, а тут чё? А дальше как пройти? Блин, ребят, ну за что? За что? Зачем меня троллят эти жители-гиганты? Так, ладно, погодите, не все так плохо. Не все так плохо. У меня хотя бы есть алмазы и... Стоп. Ребят, а если я скрафчу алмазную кирку, я же смогу выбить вот эту дверь. Только вот знаете, в чем прикол? Мне нужно назад пройти и добыть немного дерева. Хотя, стоп. Дерево добыть, значит, я захотел. Ну, понятно, понятно. У меня весь инвентарь в грёбаном дереве. Ну, что ж я такой невнимательный? Ну, ладно. Ничего страшного, ребятки. Давайте скрафтим себе. Слушайте, мне и на меч алмазный хватает. А давайте-ка сделаем себе алмазный меч. На всякий случай. Вдруг нам еще попадутся вот такие вот непонятные павуки или кто это. Господи, не-не-не. Они слишком сильны для меня. Так, давайте теперь попробуем сломать эту дверь. Я надеюсь, что у меня все получится. Итак, дверь почти сломалась. Я отлично. Я ее выломал и получил две двери. Смотрите, одна из булыжника, вторая... Из такого же обсидиана. Ладно, окей, хорошо, заходим. И тут, ребят, какая-то лестница. Нужно аккуратно, меч в руке. Меч в руки, потихоньку, помаленьку. Идем, ребят, какой-то коридор. Надеюсь, что никаких невидимых блоков нет. И в лаву я не провалюсь, ребятки, черт. Это лабиринт какой-то. Это самый настоящий лабиринт. Ладно, давайте попробуем куда-то двинуться. Я надеюсь, что у нас все получится. Черт, ребят, я уже немного, если честно, запутался. Я аж с испугу, ребятки, хлеба хочу похавать. Но только давайте попозже. Главное пройти этот лабиринт. И главное не упасть в какие-то троллинг-ловушки. А я уверен... Опа. Опа-опа-опа-опа, сундук. В нем пусто. Ребят, мне это не нравится, но тут есть также какая-то дверь. Давайте зайдем сюда и... Тихо. Так, погодите. Я куда-то вышел и... Кажется, ребятки, я вышел на крышу свою... Ты чё так пугаешь? Ну чё, здорово, капот! Житель-гигант, здорово, пожалуйста, не трогай меня, и я ничего не хотел такого плохого делать. Ха-ха-ха-ха, капот, ты такой смешной, когда над тобой прикалываться. Так, житель, давай-ка на чистоту, зачем вы увеличили мою кузницу в миллион раз? А это, капот, тебе наказание за то, что ты меня тогда обманул, когда проходил нашу деревню жителей-гигантов. Ну блин, ну ролик-то получился веселый, и подписчики согласны с этим. Было интересно просто, я же там ничего плохого не сделал, ничего там не сломал, ничего там не разломал. Просто показал, как вы, жители гиганта, живете, какие у вас гигантские дома. Вы взяли и увеличили мою кузницу. Ладно, 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 капот, хорошо, хорошо. Я сделаю для тебя одолжение. Я верну твою кузницу, только если ты пособираешь для меня ромашек. Ты даже знаешь, как я их люблю. Ладно, окей. Все вопросы у тебя решаются ромашками. Сейчас принесу. Так, ребятки, нам кажется, сейчас придется проходить снова через этих пауков. Если вы смотрели ролик про жителей великанов, ребят, вы знаете, что вот эти вот жители просто обожают ромашки. Я не знаю, в честь чего, пауки, уходите, у меня теперь алмазный меч, я вас теперь не боюсь, ё-моё. А меня чуть не грохнули, ребятки. Так вот, он очень сильно любит ромашки. Так, тут вот нужно аккуратно теперь на лестницу, хоп. Нифига, я паркур-мастер, конечно, паркур это моя жизнь, как говорится, да? Так, теперь нам нужно найти ромашки, я уже их, ребятки, вижу. Ромашки, идите ко мне. Ну так вот, я не знаю, почему эти жители так обожают ромашки. Видимо, потому что у них слишком огромные пальцы, они не могут их нарвать и просят всегда вот такие вот маленькие персонажи, как я, нарвать эти ромашки. Так, осторожненько, помаленечку. Все, я думаю, 12 штук ему вполне хватит. Смотрите, ребятки, он там до сих пор стоит, ждет свои ромашки. Пойдемте принесем. Так, ну все, я принес твои ромашки, пожалуйста, забирай целых 12 штук. О, мои ромашки, как же я их обожаю. Так, капот, ладно, теперь перезайди в Майнкрафт. Окей, хорошо. Так, ребят, я снова в Майнкрафте, возвращаемся и... Да ладно, ребят... Неужто вернули? Неужто жители-гиганты вернули мне мой дом? Ура! Фух, а то я уже дальше думал, что они меня будут троллить и дальше надо мной издеваться, но слава богу, все шикарно, ребят, все красиво, я могу возра... Понятно. Понятно. Моему дереву хана. Надеюсь, что это был последний троллинг с их стороны. Ну что ж, я пошел опять, ребятки, в лес 5 часов добывать вот эту березу. Или забить уже. Ой, ребят, даже не знаю. Что ж, с вами был я, Компот. Сегодня жители-гиганты пришли и увеличили мою деревенскую кузницу в миллиарды раз, ребятки. Ух, проказники. Слушайте, ребят, а может их самих затроллить? Ну реально, а чё нет? А чё нет? Давайте я их сам затроллю, по-моему, это гениальная идея. Пишите в комментариях, если она вам нравится. Что же, с вами я прощаюсь. Всем удачи, спасибо, всем пока, ребята.
Здравствуйте, всем привет всем. На моем канале появились спонсорские подписки. Вы можете как бесплатно подписаться на мой канал, нажав красную кнопку, так и платно, нажав кнопку «Спонсировать».